Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Весеннее небо, порхающий ветер, бегут ручейки по дорогам. И взрослые дяди и тети, как дети, по лужам бегут галопом. Бегут хохоча с улюлюканьем и радостью лица полны. Вот, наконец-то дождались мы той самой заветной весны. И перейдем к погоде в Архангельской области на 14 мая. Начнем с Котласа. Ясное небо, плюс 21, ветер сильный и без осадков в течение дня. В Плесецке плюс 12, небольшой дождь, сильный ветер. И Вельск, малооблачно, умеренный ветер, плюс 18 на термометре. О погоде в нашем маленьком северном Архангельске. В среду на протяжении дня пасмурно, сильный ветер и небольшой дождь с перерывами на обед. И не так уж тепло, но без снега. Утром плюс 12 на термометре, днем температура опустится до 7 градусов и продолжит опускаться. В итоге вечером температура воздуха плюс 2. Ты просто поверь в нашу весну, выключи свет, но я не усну, нежно вздохну, тепло твоих губ, наш светлый мир в душе сберегу. До встречи на телеканале ПС.